Новый год, Новый год, по сугробам идет. Песня старых часов, он по свету несет. Так солисты социально-культурного центра поздравляли жителей микрорайона «Надежда». Детвора и взрослые подпевали и приплясывали, а после с удовольствием участвовали в конкурсах, которые проводила Снегурочка. Первый раз прощается, второй раз запрещается, на третий раз не пропустят вас. Дед Мороз и Снегурочка также побывали в гостях в микрорайоне Озерки. Там собравшиеся водили хоровод и танцевали под песни ансамбля «Серебряные голоса». С праздником жителей поздравил глава города Александр Симков. Вот и наступает, наверное, зима. Стало холодно, но у всех праздничное новогоднее настроение. Дорогие друзья, разрешите мне от имени главы муниципального образования Крымский район Анатолия Владимировича Разумеева, от всех здесь присутствующих, от артистов, поздравить вас с этим замечательным праздником. И хочется, чтобы новогоднее настроение сохранилось у вас на весь год. Крепкого здоровья, удачи! Новогоднее настроение в эти дни царило и в детском отделении больницы. Молодежный совет при главе Крымского городского поселения совместно с театральной студией «Мандарин» сделали детворе подарок. Это было театрализованное представление. Подарки чудеса я вам сама вам наколдую! Конечно, наколдовать елку под силу бабе-яге. Но справиться с более сложными, а главное, добрыми заклинаниями ей не по плечу. В этом уверены все, кто вышел встречать Деда Мороза и Снегурочку в микрорайоне маршала Жукова. Ну что, давайте теперь Деда Мороза выходить. Я обожаю праздники. И Дедушку Мороза, и Снегурочку люблю. Детвора с удовольствием участвовала в конкурсах, а также радовала Деда Мороза своими поэтическими и вокальными талантами. Ежу она зашла, зимой это что-то я, зеленая была. Эту, а также другие новогодние песни пели ребята и в молодежно-культурном центре «Русь» уже после театрализованного представления. Далее гномики, снежинки, зайчики и прочие участники карнавала увлеклись зимними забавами. Мне больше всего понравилось снежки играть. Мне нравится хороводы водить и снежки играть. В завершении мероприятия мальчишки и девчонки, а также их родители фотографировались с Дедом Морозом, Снегурочкой и не только. Наряду с главными персонажами новогодних праздников популярностью пользовались Астерикс, Обеликс и Клеопатра. С Новым годом! Светлана Захарченко, Анатолий Мажухин, Александр Трембычев, телерадиокомпания «Крымский экран».